Пароль-то на этот, на трансмок. Почему? Может, фраску забрать? Мне надо, мне. А, тебе надо? Ну туда здесь ТП. Раз, два, три, кидай обмен в раз. Так, счеты. Ну, наркоманов такая себе, три дня. Мне бы на ДЦСника лучше дал. На войне. Ну, войд раз, два, три, кидай. Кинешь после этого, давай. А то, ну ладно, успеешь, успеешь, 20 секунд. Успею. Бурс. Надень по тесте, скажи, посмотрим, сколько она нахуй ударит за бой. Кулак по паладинам. Ты вообще а если бы я не пришел бы? Спасибо. Так. Приготовили припотный. Герус пула дадим. Нажали припотный. Геру, Геру. Понял. Заберите с него. Так должен был первый танк. А пока его, пока да? Я че три не опять не поменял. Ну помните, мне три не поменять, я, блядь, с хуевой три не имею. Войд, как закончится, Гера закинешь. Хотя не закидывай, скажу когда. Скажу. Я по трэшу играйте, у нас что-то очень много этого. Забирай с меня, нахуй. Трэш пошел в РДД зону, ребят, ну... Сейчас вайтнем чуть-чуть здесь. Трэш убивайте, милики. Ушел в РДД зону снова трэш. Сейчас, куда он самочетанной магии, вот 5 секунд. Отдавай поездку. Лев Шинер по Войду, когти зверя по буревестнику. Маша, залей Инер по мне. Так, я здесь, все, молчу. Андрей тоже как будешь свободен, но полок залёшь Инер по определённо. Полок вылетел. А пока... Так, Петя, давай ты во фрост-стойку заберёшь его под зубами. Скажешь, что тебе закинь. Петя Смит. Заберите трэш. Трэш, милики, подтаунчивайте на себя. То можем вайпнуться. Ну мне еще и метка будет. А, не, Петя не забирай, да, Петя не, точно не забирай. FDK, да. Давай ты. То Тацуны, да, FDK. Я соло все время и танчил до этого. Он не забрал. Я не заметил. Все нормально. Понял. А пока, когда будет у него в районе 100 энергии, там 90-80, ты нажмешь фейсбаум. Топ-хайпа, Апакава. Маша прохильте Иону. Так, свободный иннер по стреле залейте. Один. Один по войду, так, у кого там есть... Вдвоем залили на май. Войда есть еще май. Войда прохилите туп хайпа. Наеми, закастуй гимн на хп.
Войца кинь зубы по апокалу, да к Сиону прохил. Войт, жми гним на хп. Ну, что и требовалось доказать. Да, надо знать никак. Так, подождите, пока Андрей заходит. Заходит. Хотя он трекс, наверное, получит. Вот. Помните о чести, герои. Что? Какой бы жестокой ни была битва. Ну ладно, давай открывать похуй. Если там токен на медведе. Сука, ты как он смог? На токен на медведе. Он получать смог. Что за бой? Портал открыли? Да. Идите, открывайте портал. Сейчас подождем, пока зайдет медведь. Разрулим этот шмот. А еще пачка без орка была. Сова, открывай, медведь пришел. Как телепортировать, сейчас открыли. Да, можно, джанг засумонить. Пока вперед. Возле меня, а есть его. У кого там танк есть? В дике, прыгай пока, в дике есть танк. Или Петя, кому-нибудь 20. Бля, я бы сейчас нормально надамажил бы, если бы 3 минуты. А что, ты карту выбил? Нет, вот сейчас собирают на Ригорна. Сука, поиграли кто-нибудь? Так иди, давай, я тебя подменю, иди давай. Ёбаные стыжники понагревали, блядь. Смотрите аккуратно. У нас же один танк. Вот иди там две лужи у нас равно. Да, ищи спасание. Да, я сейчас. Я успею скоро лидера тебе. Джан, заходи, ты будешь вместо Изморского в рейде. Женя, в Акате, ты в Дисе? Угу. Ты скоро сможешь зайти, потому что у нас там танк нужен. Прям сейчас. Нет, так, блядь, это ж не то. Ну ты сам имей в виду, Саша, я могу зайти. Я не 10 минут написал. Все, сейчас в Акате, когда зайдет, его в мейн вернешь, если он духом не зайдет. А, Вань, кинь обмен, я же тебе это поддам. Бабки твои, которые я тебе должен. Так, а мне? А мне? 20, да? И возьми пока так. Мало ли Андрюха зайдет, пока не роль, если там... Окей. О, Андрюха зашел. Давай, я по роли потом.
Да, сейчас там будет. Так, викиндов тоже смотри, может что-то с босса надо. По-моему, два медведя надо токен, если не ошибаюсь. Ну да, ну да, 4, 2, 50. Смотри, мы сейчас на ту хлопу зайдем, говори, если надо с боссом. Про почтение у меня будет проховое кольцо. Как тебе кавза с Монти Уфолога? Кто там в танке, прыгайте в ДДшника. Не спешите. Ага, так все все и в танке. Ну там Петя или mm-hmm. Дикей, наверное, прыгал. Ага, да. А, ну Петя, да, там в том был. Сумма припечатает великан. Джипси, тебе 100 хлопуза нужна была шмотка? Или с гниломорда? Саня, он в другой комнате. Вот там, там, блядь, что нельзя пойти покурить, блядь, на трэше. Что ты его трудность? Ты кури в комнате, блядь. Ты, дурак, провоняй нахуй комнату, вот оно мне надо, блядь. Вот, блядь, курить хочешь, значит кури. Если хочешь курить, кури. Можно тут до окошка встать. Видишь цель, не видишь препятствий, блядь. Вы его теряете? Зачем шрайбиться? Не вижу цели, не вижу препятствий. Жасмин. Ну, они его в Долоран хотят по свести. Андрей тут уже? Иди мелкого, гуляй. Джипси, мы тебе тухлопуз или гниломорт нужен был? Сапожки с тухлопуза. Ну, сейчас разъебашим. Бля, я как обычно победитель, блядь, да? Два куска упали, которые надо, и, блядь, я не могу взять. Можешь, почему не? Ты ни одной пули, а ты ни одну пулю не дал, по идее можешь. Почему? Бой начали, когда он был, то смотри. Так, кто будет АФК без предупреждения, то хайп, будет минус. Да смотрите, уфолога. Сейчас. Ты дал 342 тысячи. Как все нормально. Ну все, значит 100% сможешь. Вот. Топ хайпа еще тыкните. Затяну вонючку. Да, давай. Геру давайте сразу же. По. Первый отдаст сейф у нас Апокал и Наёми Гим. Потом отдаст сейф Сацуне и Войд Гим. Рано, Санечка. Или ты не отдавал? Мне показалось, что ты отдал. Не лезь, дай БР по вону. Ай, мах. Ладно. Саша, здесь может у меня забагалось, если не забагалось, то отдашь сейф. Вот сейчас. Void Gim. Так. Токены и пэшем. Попробуй, Андрей, кинуть обмен. Вообще, есть ли смысл тебе и пэш? Сзади взорвали ловушку. Пойду второй на пока вот тебе на мейн токен. Ну, если, блядь, он не заберет, чтоб я не забрал бы себя на танк, бы. Нет, подожди. Пойди, Андрей. Давай. Тогда подождите пока с роллом. Когти зверя, ты пока и токен не пэшишь. Если... Ты только в гильдию пришел. Если... Же... Они никому не нужны будут, тогда пэш, по-моему. Можно БР, да? Я тут танчу уже, блядь, больше, чем, блядь, ДД. Сейчас же добьем. Чтобы ты понимал, я, короче, месяц или сколько, полтора
90% времени бегал с тобой, блядь. А мейном был там, нахуй. Да? Сейчас в Акате пришел, а пока будешь. Дамажит. Пиздец, ты был отношен. Сейчас, блядь, проф, квест. Там квест. На леди. Ты выпрыгнул, да, душа? На ланке. Да я вообще давно выпрыгнул. Ты фармил. Какой Андрей обмен кинуть? Андрей. На профессии таки он танк. Я больше в жизни нахожусь. Не могу. Не отдается. Ну, ладно. Не лежь 100 раз по мейну. А, подожди, стой, тебе же пока он не этот... Андрюх, ну ты в рекаунте есть. Так что можно через... Да еще выпа. Да еще выпа. Да ладно, резвите. Так, пока вот ты же на танка ролил. Не, я же ДД мейн. Я так бы на ОФ забрал бы себе на танк. Я понял, ну значит не лежь 10 раз, не лежь 10, 2 на токен. Чё, не лежь 10, 3. Кидай обмен. Ваня, отнимешь ему 10 ИП. Вот не лежь, и мне один нужен. Поделим с тобой по-братски. Ты пока он на ОФ троллишь, он на мейн. Мейн приоритет. Он забрал один. О, кольцо, ебать. Отказываемся от кольца все. Когда я кольцо 232 поменял, сейчас вот должно кольцо на меня стать. Смотри, я в это верю. О, чирик. Еще один токен. А пока вот ты на ОФ. Не лежь, надо? Нет, он второй. О, 10 ОФ. Уступаешь? Хорошо, давай. Не, так не работает, уступаю Апокалу. Вообще токены я бы, наверное, может быть, бы взял даже, потому что мне Т4 не спросили. Забрал бы он на мейн 2, смотри, ему 2 на мейн надо, пускай соберет и оденет, и все нахуй. Не, ну тем не менее. Кидай обмен, кидай обмен за кольцо. На Т4, поэтому мне не нужен второй. Так какого хрена ты тогда ролишь вообще? В смысле, один мне нужен, потому что у меня один будет Т10. А, только один надо, ну все, не вопрос. Тогда когти зверя тебе же по мейну на это токен. Ну, тогда тоже. Да, пока у Марсеса, пока у 10 поставим Марсес, 100 ставишь? Да нет. 100 Марсес, раз. А пока у 200. Кидай, что? Кидай обмен на пока. О, видишь. Так, Джипси, тебе ботинки нужны были, и смотрите, кому еще босс нужен, Тухлопуз. Ботинки выпали, ставьте ИП за ботинки. Стартовая цена. Джипси, 5100. Нихуя. Раз. 5100, два. Будревен, 5,5, раз. 5,5, два. 5,5, три. Саня, я в танке, да? Значит, ты пока в танке. Так, еще остался плач. Плащ, ИП-шка. Потому что это сундук, все правильно. Маша, Маша, тебе на мейн? Маша, на мейн? Тогда я, Маша, 10 раз. 10. 10, ты... Стрелли это не подходит, этот плащ, духом, ничего. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Кидай, блин. Ну, короче, если при мне батарея сундук, может и сработало. Дай пох. Да. Все, будем сбегаться. Когда я скажу, все сбежится, сбежитесь под жопу. Сбежитесь под жопу. Этот. И нажмем массейвы, а пока он нажмет и сафуны. Потом набрали ранжу. Больше сбегаться не нужно будет. Первый танчит апокал. Готовность. Там фласки слетели. Ну кидайте обмен за фласками уже, все кидайте. Сбегаем определенно. В милике, да, сбегаем? Да, под жопу к этому, к боссу. Сацуны, поставь третий. Тут я.
СПД надо, войду обе. Войду определенно за СПД фласками. Блять, триню поменять, ебана, я до сих пор не поменял ваш пет. Ты найдешь там регулярно или нет? Пока еще не написали, я написал, когда у вас, когда буду вас, когда напишу. Уфолок, Сацуна, ты МТХ. Андрей на подстраховку. Просто не сохранились в этом, бля, в одежде, дружище. Ну, все, все готовы. Погнали, припоты на первой секунде. Пока что рейндж держите, когда скажу, подбежите. Но пул его покава, если кто. Убежали все под жопу. И что со спорами, забегите прям в босса, чтобы на танка тоже было. Прям под босса. Давайте массейф, апокал. Прохиливайте. Все, разбежали. Геру дали? А, слушай, не надо Геру, 2 минуты, извиняюсь. Геру. Сейвы там отдайте какие-нибудь всем. Так, не лезь тынер по буревестнику. Маша по себе. Когти зверя по Сацуне, кусяло. Забираешь меня? Чао по Сацуне тоже. Вот тебе что из банки? Угу. Да не понадобится. Наеми, нажми гейм на ману. Лис. Ой, хотя я пока еще мало маны восстановил. Убивайте под спрос. Где мое кольцо? Бой. О, кровь.
Так, у кого там крови еще нет, парольте. Пока по мейну. Ну, вроде никого и нет. Давайте на успех тогда кровь. Чел, я просто так ролю. А, я не видел. Подожди, где там? Чел, блядь. Чел, блядь. Ну, просто... Я не знаю. Режь ты ролить, ты ролишь, и я такой, ну ладно. Иди квест бери. А, ладно, забей. Дай кому-то другому, дай. В смысле, почему забей? Просто квест возьми, иди, все, я тебе скину. Да не надо, потом. Ты роль тянул успех тогда, роль. Какой-то квест уже есть. Наоми, засумоните заодно. А никому и не надо всех кровь типа есть, да? Можешь мне закинуть, что, пускай валяется. Слушай, ты держи кровь, нельзя сейчас кровь забрасывать без квеста, да? Нет, без квеста вообще никого не забросишь. Ну иди, Ваня, никому кровь не надо, иди за квестом, тебе скину кровь. Подождем. А не факт, что получится закинуть, а что попробуй, да, возьми квест. Так, кому босс нужен? Лере гнилой нужен. Иди до Ксиона на замену, Локсар засумоньте. Подождите, меня пока не смоньте, надо Ваню засумоньте. Я ему скину кровь. Да, бегу вниз. О, короткий путь. Можешь на замену кинуть? Мне собак надо пойти более как раз. Давай, спадки и. Я оффну сразу. Если что. Не, ну ты же не можешь сейчас находиться. Левай, спать, я всех сейчас так делаю. Понял, когда приду, я могу кинуть пати, правильно? Да, да, конечно. Женя в Акате, засумоньте в Акате, он будет в танке, а пока в этого. В РПГД. Нахуя? Ну, вроде взял. Станька, я еще кристалл зря тратить буду. Все равно профаж танка пиздовать. Ну тогда меня тоже. Ай, ладно, хотя. Пусть в Акате под ДПСит. Так, босс кому пол нужен, гнивоморд? А, расширьте количество людей в канале Дискорда. Человек зайти не может в канал к нам. У кого-то модерка есть, расширьте количество людей в канале, которые может находиться. Просто сейчас пойти к всяких ренессансов. Выбор ментали. Сделал. Там... 50 сделал. Да, все. Там сюда заходить. Так. Фласочки, ДДшная, Наоми и Вакати у Сасуны возьмите. Изморский, Викиндов, Полинор, Джипси. Надо кому с босса что-нибудь? С гнилого морда. Да, Саня, я вот хочу добавить. Кончаю с этим всем, типа, пускай сами отслеживают, если мы идем, вот надо босс. Да, кстати. Они заранее пишут, мне надо этот босс. Ты уже, ну, каждый босс за каждого переживаешь. Если им шмотки, пускай, блядь, ну, сидят и дальше ждут что-то. Это пиздец. Да, все правильно, я поддерживаю эту хуйню. Сами, если надо, нахуй, позаботиться. А то ты сисюкаешься, как в детском саду. Не пешите. Посох, конь далекая сидишь. Земля. Когти зверя тоже можешь ИП. 10 ИП старт. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Никому не надо, окей. Паладины. Надо кому? Перчи. 10. Так что паладины, АДКшки. 10, Ваня, раз. Ну, ДКшки, да. 10 раз, 2, кидай обмен. И Андрюха тоже кинь обмен. Я сейчас скину на распыл шмотки. Где штуки? Там никому не пропустил минусовать, кроме себя сейчас. Не. Две шмотки выпало, одна боешка ее ролит. Не вижу смысла. Крючуга. Она никому особо сильно не бафнет, а на продажу нормально везет. Все, поесть рыбу. Так, все под жопу босса. Андрей будет ловить челиков, а пока он на боссе.
Женя вакачит и в ДДшнике. Готовность на пол. Кстати, каску по шаманам. Ганг, Марсес, Буревестник, Бэтчик, Шнурки. Каску по шаманам. Буревестник. МП5 закиньте по Буревестнику. Нет. Быстрее. Бета-тестеру кулак нужен. Да десятку ему киньте. У нас раз, два, три. А бета-тестер тотем МП5 бросает и все. В чем проблема? Да три этих паладина, чего вы ебаете? Как раз тебе в бар. Она тоже три. Да кинул ему уже МП5. Ну, пускай обновит кулак, значит. Кому там ПСП бомбить? Бодравину сразу? Да, подожди сейчас 10 секунд. Выйду. Я тебе скажу, когда ПСП кину. Через минуту закинешь, там как раз каст. Это вы диспелите или тотем очищения стоит? Тотем очищения уберите. Все. Машка имя по себе закинь. Не лежь по буревестнику. Если начнется каст, все к выходу убегают и массейвы отдают, а пока у них станет. Так, дали Геру. Не будет каста. Если есть плоско, можешь закинуть. Еще раз говорю, ну не, на профане пущу Женя с Кибиди, заходи. Так, Дексиона тоже заходи.
Да, ты стреляй на замену и не пойдешь. Скибиди, Дексиона, заходи. Оставайся, Лера, ты ж нормально дамажишь. Хочется просто сделать квест. Так там не лезь, не очень дает, да? Не лезь тоже давай на замену на этого босса. Или тебе что-то надо с боссом? Скажите, да, когда все будет прожимать, чью грань ты идешь? Ну сколько это процентов? Смотри, надо чтоб так, чтоб ты нажал, возле, у тебя было 100 ярости после красного, то есть, ну или во время красного, чтоб ты нажал около 40-30, там, 35% босс переводится, то есть ты до 35% должен нажать будешь. То есть, смотри, когда красный вышел там... Сейчас. Смотри, у... Короче, 38% у босса появился красный, ты в него плюнул, одну лужу ты для этого момента оставляешь. Красного плюнул, у тебя 60 траги, ты насасываешь лужу и активируешь грань. Окей, понял. Так, голову епешим, 10 еп. На мейн не надо, но оф, кому нужно еп. 10 оф, не лезь к ним. Раз, два, три. Сейчас подбежим, кинешь и офнешь персонажа, если тебе ничего не надо. Джипси тут. На 40%. В игре. 38, да, где-то? Кидай обмен, не лезь. Джипси тут. Сучонок. Да, стрелял оф уже персонажа. Так, я думаю, давай ты по МТ-шись, а пока в это, в кукле. Джипси, заходи. Я зашел? Что, в рейд? Да. Шмонти. Сейчас. Этот кольцо. Кстати, шкаф сразу же. Так, пояс надо. Нет, оставайся, буревестник. Кольцо, что там кто-то? А, у фолок, раз, два, три, снимешь этот. Ван, десять, выкати. И ты еще раз, Андрюха, обмен. На, распылишь. Так, не лезь, тебе пояс нужен. Наоми, давай на замену. Ну, оф не просто персонажа, Джипси засмойте. Ваня, у тебя есть помощник. Поставь метки. Джипси и Скибиди смойте. Встань сюда. Скибиди офнутый. Я захожу, Лёва, секунду, я вылетел. Он же, ты чё, шагами вымираешь или чё, да? Паранжир примерно. Не, у него. Буквально минуту АФК. Вон, блядь, не может ебаться от меня. Там Хант ушёл? Да. Я уже задел его место. Кто с фасками? СПД у Войду. Да, при Войду кинь. Войду кинь. Посмотрим, где можно будет. Думаю, да. Так. Теперь по ССам Будрелан на локации. Закастуешь, если мы будем подходить к третьей фазе. Джанг на 4 кнопки. И еще Чулон на Сацуне. Первый закинет диван, если что, 4 кнопки, потом Вакати, потом Сацуне на крайне. Так, ему там шрем Петя надо надевать, ему шремом надо квест сделать. Ну, с грани, да. Ставь чертка в Скибиди Сум и полетели. Так, если кто-то не знает, РДДшники всегда бегают за квадратиком. Зеленый появляется, все свечутся в зеленого.
милики тоже отлетают, всегда бьют зеленого в лицо, отлетают всегда к РДД-зону. Когда танк уходит вот сюда, здесь будут выливаться кобы, бьете босса в лицо. Появляются красные милики, как только он подошел ближе к вам, сразу свечите в красного. Также, когда красный выбирает цель, никогда не подбегайте к красному. То же самое к зеленому, когда он выбирает цель, на него не бежите. Все. Сать, может, у нелеши или каких-то зверей есть спекер-дру, чтобы заливать раду? Есть сердружка, нелеш, по-моему, у тебя была. Я знаю, у когти зверя есть эрдру. Давай когти, прыгай в эрдру там. А мне что, мне вылима? Не-не-не-не-не, пусть вставать. Вставать, будет просто проще. Квест выполнить. О, Андрей, Фолксимис 2000, блядь. Жирный медведь-хомяк. Смотрите, когти зверя и Маша. Ваша задача будет хотать куклу обязательно. То есть омоложение и буйный рост всегда через куклу. Все милики пока от босса отошли. А мы что, будем сейчас босса... Не... Можно договориться. Все хорошо. Так, все, готовность на пол. А пока ты садишься... Все пока в квадратик встаньте, милики, когда я скажу, вы в мили-зону подойдете. РДшники всегда бегают за квадратиком. Джипси, Вакати, Уфолок, скид. Дайте вы баф. Четыре кнопки, дай по шуману. Сука, джипси. Хорошо, это... Чё джипси, чё тебе не хватает? Тихо, блин. Так ты не нажал, готов. Но, ты готов. Ты кидаешь, да, этот тотем, если ты природу поставишь. Я на бета-тестере стал. Всё, Апокал, садись в куклу. Апокал, садись в куклу, Андрюха, не пуляй босса. До 60 раги. Ему набивайте, не лезь ты, этот, не Машка. Восстанавливайте рагу ему. Так а чё, пусть до сотки сразу же махнет. Да, успею, там нормально. До первого цезюка сотка будет. Это уже баг, блядь. Так, Андрей, ты ничего не видишь. Отвернись. Я вижу, ещё омоложение кидайся. Да блин, не фудите, пожалуйста. Второй раз не понимает, что делать. Рдружка, тебе нужно закидывать омоложение и буйный рост в куклу. Вон тебе звезды сейчас поставил. У меня картинка зависла, сейчас отвисну. Кайф. Все, сейчас даю ДБМ-пул, на первой секунде припоты пьете. Милики, бегите в мили-зону. Напулы в уфолога отбежали. А, напулов нет. Левее немного. Правее, точнее. Все выбежали. Алло, когти звери. Он завис, наверное. Андрюха, веди уже туда, к зеленому. РДшники перебежали в крест. Свичнулись по зеленому. Милики сбежались к кастерам. Сейчас никто не бежит на зеленого, сбежали все к квадрату. К черепу подбежали. Переводим босса. РДшники, сместитесь все левее. Чтоб перевели красный, чтоб выбрал цель. И сразу на вас не бежал. 2%. Перевели босса. От красного все отбежали потом, он будет новую цель выбирать. Убежали все от красного сразу же. И играем по нему.
плевать еще раз с него, чтобы я не скинул. Да, да, да. Перевели красного, Будрейвен. Отбежали все с крестика в квадратик, перебежали. В трусы, точнее. Сейчас стоим в трусах, играем по профу. Кобы! Охуенно. Держи пока там, Андрей. Скоро будет зеленый. Приготовьтесь, РД, что ты перебежали в крест. Все. Свичнули зеленого. Милики в лицо все бьют. После того, как врежется, не сбегаете. Точнее, не бежите на зеленого. Сбежали все. Добили. И перебежали в крест. Перебежали левее от креста. Немножко. Быстрее. Сейчас пельмени. Опять в крест вернулись. Сейчас красный появится, РДшники сразу светлите. Сыграли. Когти зверя побежал. Отбежали РДшники левее немножко. Служи выбежали. Саня, массакру нужны. Когти зверя далеко не убегай. Милики играем тоже по этому. Пельмени полетели. Раньше возле профа бегать. Отбежали от красного. Милики, хорошо. Щелец в крест. Скоро приготовьтесь, будет пельмень вылетать. В трусы перебежим. Зеленого свичнули. Ой, блядь, что-то не то. В трусы перебежали. Что-то миликов, что ли, не было. Трясить будем, нет? Да, нас подбежали. Могу шнурки брать. Да, давай, шнурки. БТ-тестер, кстати, есть? Да. Встанешь, когда скажу. Да, вставай. Он у БР Локсар. Отбежали от пельменей. Крест. Он у БР Локсар. Бейсик, вставай тоже. Чуть-чуть рибав, что ли. По красному. По красному сыграли, служи выбежали. Локсар, вставай тоже. А можно ребафы? Сейчас приказ будет когда. Да. Перебежали все в крест. Так, не лезь, дай по БР по Воксару. Вставай. Перебежали в трусы. А, блядь, сейф, сейф. Давай, сейф. Не, ненормально. Сбежались. К гребелевестнику подбежали. Чего не сбегаемся? Сразу сбежались, ближе к центру. Алло, блядь, что с вами сегодня такое? Блядь, не на Ригор, на каких-то. Что-то по индерам, что-то по мане есть? Пэр есть, по-моему. Нет. Ой, буревестник, слови этот буревестник, слови. Наеме, остановись. Похуй, уже много пиздов. Остановись, Наеме. Да. И задиспельте куклу. Оп, хайп, остановись. Сложимся, да? А чё? Да, да, ну, да, да. Да там пизда происходила. Давай заново. Не, я не оспариваю, я просто спрашиваю, типа, ну мне кажется, убили бы. Что очень херово эти умирают. Прям сильно не, слабо урон. Мы потом уже начали тупо слизни бить, мы профа даже не били. Угу. Так, да. Давай не лезь на замену Дексиону в рейд. Покал. Ты по чуть-чуть клацай там удар по профу или слизнюка. Чисто для приличия. Не, ну тебя
Потому что тыкнул у него. А потом даже не подходил до него. Он, кстати, 1006 ДПС дает, вот если бить вот этим расколом. Хорошо, прям куклу дамажит. 25% урона рейду дает. Ну окей. Я думал, вы сильно исправите. Маги, поставьте столик. Мы думали, ты скилловый, сам все сделаешь. Я думал, вы мощный, сильный. Без моей помощи справитесь. Так, ставлю рыбу, ставьте, сумойте дексиону, точнее. Место. Меня бы смойте, пожалуйста. Не забегайтесь, когда зеленый. Блин, Вань поставил трусы и крест. Мне так непривычно, блин, мне путался. Квадрат обычный, луну ставлю. Там есть минутка отойти? Сань, я тебе предлагаю просто, а я F1 и F2 используешь кнопкой? Саня, у тебя что-то мало по красному. Говорю, кнопки F1 и F2 используешь? Мне надо отключить вначале этот... Windows-ский, у меня включается всякое Windows-ское говно. А, я понял. Я не знаю, как это отключить надо, подскажете. Ну, у меня же ноутбук и... это хуйня включает. Ну. Давай Дексион услом. Все то же самое, охота идти. Урибаф, рыбу кушаем. Все, готовность. Ты хоть квест взял, пока, надеюсь, взял? Конечно. Вроде бы. Жень. Все, этот, давай, садись по куклу. Все пока в РГД зону подбежали, трусы. Каску, кулак по шаманам, пожалуйста. Идите по шаманам, пожалуйста. Хотите, Абаму. Вот я хуй знает, у меня полипамер, блядь, не работает из-за того, что миллион паладинов, в рейде два паладина, три. Все, давай, на первой секунде приход. Ну класс так нет на шаманах до сих пор. Вот, да, появилось. Иди сейчас за гром, алё. Скоро городешники, приготовьтесь отбегать, скоро полетит колба. Полетело, отбежали правее. Быстрее, быстрее, поздно вообще, блин. Веди Андрей уже к зеленым. Велики, ну, пошли бить лицо зеленого. Я не дамажу, нахуй, я агрор выбью. Тихо, тихо. Играем я по зеленым. Сбежались в черепу. Сбежались к квадратику сейчас все. А назад отбегаем к квадрату. Кто это был? Что с вами такое сегодня? Зайдите, блять, в ужу. Слушай, что такое? Не было, блять, левка, он рванул как ебанутый. На миликах не успеваем побежать. Бежит быстрее, чем любой милик. И тот, кто не стоял, сейчас это был топ-хайт, если что. Ну, тот, кто слева стоял. Давай, я, короче, на Ригорна пошел. Иди, Рэй. На. Не уже. Возьми Кусяву вместо меня. Потому что меня сдали, блин. Кукле будет минус. Ну, Дарк минус.
Греться. Назывался груздем полезать в пузо. Ладно, спорить бессмысленно. А что случилось? Пока. Я плюнул, ну, бессмысленно спорить. Давай, проехали. В проф упади. В проф упади попал. Угу. Вот ты держи, такие каштаны нахуй, блядь, не знаю просто. Ну, ты ж не плюнул в этого. Соплю ебану. Чё там спорить, ну? Так я об этом говорю, не хочу спорить. Проебался, так проебался. Масрез был, нет? Когда его все? А здесь, блядь, все столы не молят. Мало не Там на грань надо именно просто нажать этот спелл, пока ты в обаме, или похуй. Или там... надо в конце. Смотри, там есть 100 таймер. Раги, там 100 раги тратится на то, чтобы зарядить на 6 минут. А, понял. То есть за 5 минут надо профа убить. Нажать эту хуйню и убить профа на 6 минут. То мы его за 3 убиваем. За 3 минуты мы убиваем 40%. Грубо говоря, на 45% мы прожать и все. Но да. Тут надо именно последнюю из нюков подстраиваться. Я обычно как? Плевал в красного, допивал лужу, заряжал град. Вот до зеленого успевалось, ну, откопиться еще. Так как у нас два эрдру, у него сейчас вообще молниеносно надо нас заряжаться. Шкаф дайте, смотрите, сяо. Скажу больше, я вчера сидел в обаме, у меня было 100 раги перед тем, как проф разваливался. Даже без там эрдруидов всяких. Ну это да, но если видишь... ты не тратишь на поебать эти, ну, эту энергию, тебе все равно накопится. Вань, там большая проблема, что надо зарядить грань, и ты уже не плюнешь следующего слизняка. То есть надо, только слизняк вышел, ты в него плюнул и заряжай. Либо до привызыва за несколько секунд пить вести профан. Тогда вот спокойно получается. Сяо, принимай. А вот это раннее настакивание раги, оно особо не роляет. Ну только что первого ему проще будет плюнуть. А дальше. Он будет... первого и так проще, чтобы на друидами плюнуть. Сяо, тут нет. Дай проверку. Возьми другого кого. Иди, пожалуйста, отрывай вот эти поломанные ДК. Ну я косу не мошу, у меня раньше нормально. Да, кстати, я вообще типа, в общем, не понравится. Дайте кто-то дживса, кстати, падали столько раз. Кликендов тоже АФК. Я тут. Так Кусял, он присуманился. Возле нас стоит уже. Дайте ему рыба. Дживс есть у кого-то? Красный или что? Да нет. Ну типа сдохну там, может красный. Надо починиться. Придется не сдыхать. Давайте готовность. Сейчас мы без двух поставить. В следующий раз, если умрешь, пойди побеги и починись внизу.
Сталин, вселенная, жми колбу. Кидайте ему хотя бы с ракет где-то с пола. С ракет будет, можно будет начинать. Видите, какой у него настанется. Давайте, 3, 2, 1, понеслась. За агро смотрите, сорвете, будет минус. И сорвете, и умрете. Как ты зверя, буревестник. Маша, дай по когтям бы пошли зеленого бить. ДД стоим милики. Милики все подбежали уже. Подошли, поделили урон. Стоим, бьем РДшники, милики чилят. Бревна, отбегите дальше. Ну, чего вы так здесь? Ох, не стоим, бьем. Выйдите, выйдите из луж быстрее. Ты заебись, да? Ты говори, по-моему. Будет красный, стопните по профу. Хотя бейте, 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 чисто в профа, не плюй, не плюй. Чисто в профа. Не плюй. А теперь можешь плевать, когда останется. Будет рекаст. Милики, не подходите, РДД уже бейте. Милики, можете подхлопок колупать пока. Каст пошел за вакати, вакати сокруг кое-нибудь можно дать. Маша. Купите зверя, бэрь, Маша. Профа, выйдите из луж, милики, готовьтесь. Все милики должны поделить урон. Свои силы не жалейте. Пельмени, блять, не лутаете. Что с вами не так? Шел каст от зеленого. Готовьтесь, милики, бить зеленого. Сразу к зеленому встаньте. Селф-сейвы жми. Добивайте РДД. Копьёшь лужу на профе поста. Инера скидывайте по КД, такого как тени вижу инера КД. Готовьте, сейчас будет желтый. Пельмени пошли, желтый пошел. Рекаст. Буревестик на буревестника желательно сейв дать, он тонкий очень. Милики пошли бить. У кого в дискорде что там? Бьем профа. На профе потом настакаешь, как время будет. Мини. Блять, шутите? Зеленый. Рядом с Мили выпил лужу. На джипсе. Летели, бьем РДД. Велики можете уже идти бить сразу. Катя баб. Ладно, нормально. Профена стакаете, сейчас уже рыжий будет. Не ловите пельмени, это минус ДПС. В мелизоне там лужи и колбы. Пельмени пошли.
35 там переход-то, да? Да. Имение. После зеленого заряжаешься и... Понял, да? Сейчас зеленый будет? Не, не после него. Он в него плюнет, и все, и там хватит. Я в него плюнул. А, мне нужно лужу одну оставить, да? Сейчас закрываем мало. Что, заряжать? Пельмени полетели. Давай на красном, на красном. Красного плюнешь, после этого заряжать. Окей. Лужу, да, пока оставляю, да? Да-да. Нет, ты ее добивает, будет еще одна лужа. Понял. Лужи еще одни пошли. А сейчас плюешь красного и жмякой. Сука, от чего вы умираете? Плюнул. Красного, свич. Нажми на красного быстрее. Блин, не плюнул. Под джипси дайте Б, у кого есть. КПС, ребят. Под джипси Б. На Йоми, на ману, гимн. Прикаст, похуй. Бейте профа 3%. Быстрее по профу. Зарядим. Копи на плевок. Меня он уже вызывает. Зеленый. Не стойте за жопой. Отошли все в красную метку, будем бить зеленого, блядь, я хуй знает. Геру дайте. Я ему всех хуй сбегаемся. Сразу, сразу Геру бейте. Да, милики съебали. Стол милики. Приказ пошел, отлетаем в стол. Еще рекаст. Почему ты один стоит? Бейте профа. Какого старта забирать? На 4, да, старых забирать? Джипси, ебани на маму. Пельмени. Да, забирай, там, давайте там, либо там, ближе там. К столу, либо наоборот ближе к луже. Бокал забери. Я забрал, да, ближе к столу. Ну куда ты забрал? Все станки набили. Я тебе даю диван. Снимаю. Ну, блядь, я пока дежму танки, блядь. Бейте дальше. Какого покала? Покала один. Шо? Пельмени. А по нему диван можно давать? По кому? По покалу. Ну один. Ну один покал. У тебя сколько? Три, Андрюха? Да, три. Так, еще один заберу. Давай сейчас я попробую забрать. Все, забирай, там уже. Ну, бейте. Просто добивайте по покалу. Силы давайте. Если у кого есть таймер, можете ретаунтить. Заткнитесь, блядь! Ретаунтите, у кого есть таймер. Сняли! Хорошо. Не паникуй, не сняли. Пока у тебя главное не сдохнуть. Хуя вы спамите. Понял, принял. Слушай, выйди. Я могу забрать. Если у кого-то есть таймер дебафа, можете ретаунтить, если успеваете. Без РПД. Нажимай таунт. Нормально, 1% добиваем. Ура, не сделали это. Куба, прикинь, да? Да, я в ахере, у нас, наверное, пельмени штук 40 залутали, это что за херня такая была? От луж двух ли человек 6? Ну смотри. Я не знаю, вот, давайте по 1000, блядь, за эти, блядь, за... Короче, ебать. Ребята, стоп, фу, блядь, один говорите. Вот Андрей сейчас говорит, сейчас молчите все, блин. Смотрите, ну. Я не знаю, что у вас за ДБМ стоит. У меня ДБМ показывает, когда здесь 20 пельменей. Вот возьмите, поставьте нормальный себе ДБМ. Он всегда показывает, что летит вас пельмень. Просто орёт. Рядом с вами упадет пельмень, нахуй. И стрелы еще наебашут. Так его и так видно, даже без ДБМа в воздухе летит такая хуйня зеленая. Я вообще в общем говорю, да, типа, что было озвучено каждый раз пельмени, типа, вы должны снять одну пачку, вот ваша проблема вся остальная была сейчас.
Поставили таким полукругом, блядь. И то бишь, эти примеры у тебя, блядь, в две точки, а не в одну. Да, я согласен, потому что они были растянуты не на 8 метров или на сколько там у них радиус, а, грубо говоря, на 16. От одной метки до второй метки были растянуты люди. То есть они изучили. Ты ходишь от одного и ловишь второго. Это соль в том, что вы бегаете влево или вправо. У вас еще есть две функции, вперед и назад. О, правильно. Вы почему-то сказал, этого не красавец. Делаете. Мы же не в коридоре. Ваня вам поставил две метки. Две метки, условно, то бишь, вы с одной в одной стоите, полетели, например, вы в другую перебежали, все нахуй. Если там лужа, то уже тогда по ситуации, ну тоже пачка бегает. Че, ебашен, брат? Сейчас, вот сейчас вы ловили пельмени, если вы в хэви будете так же ловить, вы просто будете сразу умирать от одного пельменя. Это будет сразу минус. Без разбора, кто чего и как. Я в ДД пошел, да? Саш, стрела, заходи. Ты вышел она? Нет, я выйду. Сейчас трэш чистит, я выйду. Страшно. Надеюсь, если ты не портался из целка. Нет, я там и остался. Ну, давай. Сейчас, когда будешь, наверное, загрузить персонажа. Скажи мне, я агрос спущу и выйду. Бля. Не могу удержаться, короче. Ролл на мой инспект. Ну да. Там никому это не нужно. Нихуя, тебе на ро, давай сюда буду. Ебашить. Запад мне верни, бля. Ай, бля. Видите, Адон пишет, что я выиграл. Я на вас пожалуюсь на форум. Не отдадите. Колбах, да.